погрузимся, собираемся на рыбалку. Сейчас все надо погрузить в машину, часть уже погрузил, остальное удочки главное. Ну, все, полный багажник. Ну, правда, сиденье не раскладывал там. На улице еще темно. Костя говорит, дай мне хоть стульчик, что ли, какой залезал наверх. Ни стульчиков, ничего, одни только эти кресла. Ну, взяла ты что-нибудь? Нет. Ну, я взял стульчики там. Поехали. Не знаю, первый раз собрались в этом году. Получится рыбалка, нет. Кругом все затопило. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. Кругом все затопило, может быть. И здесь. Впереди камера на разметку. Впереди камера контроля перекрестка. У тебя включен? Поверните направо, на мост. Да. Пять часов время. Пять минут выехали. На улице еще темно. Смотрите. Пять часов еще темно. Я всегда на эти заправки заправляюсь. Да? Ну как? Что сейчас? Как, когда куда на рыбалку еду, она первая по пути. Я тоже когда еду. Или на море здесь. Тоже. $53.29 цена. Садим. Счастливого вам пути. Поверните налево. Время 5:30. На улице уже почти светло. Полчаса едет, 25 минут едем. Вот поворот на звезду сейчас будет. Прямо нам, да? Да, прямо. 3 километра. Река Чапаевка. Ну вот она, разлилась, нет? Разлилась. Вода-то какая грязная. Грязная, черная. Сейчас и в канале такая же, наверное. Конечно. Первая рыбалка будет в этом году. На карасика решили съездить. Вон еще снег лежит на обочинах. А мы на рыбалку собрались. Караси жрать хотят. Безельчук, 27 километров. Сколько там не видно километров она осталась? 27. 27 километров? Да. До Олькина, да? До Олькина. Разинский. При Волжье 89, Хворостенко 50, Разинский 3. Но он и есть первый, значит. Круговое движение, первый съезд. Снег вам лежит. Хорошо, что я курточку взял с шапочкой. Конечно. Блин. Здесь лето. Здесь осень. Во дворе-то я хожу тепло, раздетый. В куртке. Здесь еще весна.
лебёжки. Я думал, листочки будут. А тут снег лежит. Ещё зима. Опрыскивать можно? Опрыскивать можно? Вот здесь можно купороться, опрыскивать. Ещё почки спят. На север, гид, а не на юг. Тут снега все больше и больше. И на улице холоднее и холоднее. Ольгина 3 километра. Вот. Ну вот приехали. А здесь снег еще. Лед и ни одной поклевочки. Рано, наверное, еще. Сидим, послушаем птичек. Может, что клюнет. Ну вот сейчас, наверное, прошло еще, вообще ни одной поклевки не было. Вот такой оросительный канал. В прошлом году мы приезжали сюда, рыбачили, карасики здесь были. Ну вот... Хотел вот в этом году попробовать. В общем, с карасиками ничего у нас не получается. Или рано. Ну там он лед, там лед, там лед. Ну и вода, по-видимому, ледяная. Сколько сидели, ни одной поклевки. Сейчас поедем куда-нибудь. На Волгу, может быть. Что уж день не пропал. Здесь до Волги недалеко. День-то хороший сегодня. Ну, ни одной поклевки. Даже ничего не намекает, что здесь. Переехали в другое место, на Волгу. Это, правда, не открытая Волга. Открытая Волга вот за этим островом. Вон там в тумане берег видно тут. Это как протока. Не знаю, здесь будет клевать, нет. Там на карасике у нас ничего не получилось, там еще лед. Резиновые ПВХ. Ну тоже моторчики не очень. Тихо работают, маленькими. Это вот 5 сил, наверное, и у того 5. Вот как у меня был маленький, 5-сильный, наверное. И здесь ничего не клюет что-то. Не повезло нам. А, клюет он, клюнуло. Не... Опа, есть. Есть. Как на камеру мне, как бы мне ее вытащить. О, какая рыбка есть. Опа. Ну вот, руки испачкали в рыбе. Рыбалка открылась. Такая рыбка маленькая поймалась. Рано еще, рано. Пойдем позавтракаем хоть что-нибудь.
что-нибудь взяла ты? Хотели рыбку пожарить, а ее нету. Взяли сковороду. Так что пойдем, что есть. Приготовим, да домой поедем. Немножко прикорм разведем. Подбросим, может быть, что-то и поймаем. Хотели вообще рано сейчас, хотели за карасей. Карася. Вот хорошо лепится. В руках подержал рыбку. Сезон открыл рыболовный. Сейчас немножко потеплее будет, вода будет почище. Не знаю, еще у нас половодье должно быть. Везде в России затапливает. Не знаю, как у нас здесь. Опа, есть. Есть, 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 есть. Показать, что поймали. Ну, исполни три желания, рыбка. Плыви. Рыбка, еще нам надо. Опа. Ну, на этом, друзья, наша рыбалочка заканчивается. Как бы она и неудачная была, ну, была идея отдохнуть, подышать свежим воздухом. Рыбку в руках подержали. Сезон рыбалки по открытой воде открыли. Через недельку, думаю, повторим. И вода будет немножко посветлее, теплее будет вода. Так что на сегодня заканчиваю. Всем пока-пока. А мы едем домой. Мои все удочки. Целый арсенал. Вещей. Вот такой стол. На ходу. Я уходи. Да не надо никого уходить. Да, не надо никого уходить.